Представляете, друзья мои, такую картину? Иду я сейчас в третий спецбатальон ДПС подстав, чтобы дать объяснение по поводу моей жалобы сотруднику ДПС, которые вот на этом же месте стояли. И замечаю, как они опять тут стоят. Ну что ж, подойдем. Раз и вчера туда идем, напишем обращение. И по данному поводу. А, прикинь, без мезов. Полицейский! Инспектор! Можете к вам обратиться? Маячки включите, пожалуйста! С нарушением стоите, маячки включите, пожалуйста! Давайте! Спасибо! Это хотя бы понимающий.